с праздником вас! С песнями и подарками в Самаре в рейс вышли новогодние автобусы. Салоны автобусов 34-го, 23-го, 41-го и 47-го маршрутов украшены гирляндами. Кондуктор в костюме Снегурочки, а водитель – Деда Мороза. Петр Близнюк за рулем автобуса по 41-му маршруту уже 4 года. Говорит, здесь второй дом, а значит, нужно создать вокруг праздничную атмосферу. И самому приятнее работать, и пассажиры довольны. Мимо рынка идешь, что-нибудь смотришь, интересненькое. Раз, прикупишь, повесишь. Там гирлянды где-то что-то сам собирал, как говорится, паял, лепил. Ну, с восторгом подходят, благодарят, на горячую линию благодарности присылают. Все довольны. Благодарность пассажиров тоже нам, как говорится, это тепло, как говорится, на сердце становится. Самарцы к инициативе проведения акции «Новогодний маршрут», который в преддверии праздничных дней в автотранспортном предприятии стало традиционной, относятся с энтузиазмом. Говорят, сразу создается новогоднее настроение. Очень-очень спасибо. Отлично. Вот именно праздничные. Спасибо большое за такое. Очень удивились, между прочим, вот прям максимально удивились, особенно Снегурочки. А вам так вообще? Я волнуюсь. Ну, это приятно, приятно. В данное время для жителей это очень даже хорошо. Респект таким людям, реально. Акцию поддержал и единый оператор электронного проездного. Пассажирам-школьникам сегодня раздают не только мандарины, но и транспортные карты. Все делается в преддверии новогодних праздников для того, чтобы поднять настроение, еще раз напомнить о том, что необходимо оплачивать проезд. И даже праздничные дни не исключение. Украшенные автобусы будут выходить на маршруты до 15 января. Затем автотранспортное предприятие и профсоюз подведут итоги, проанализировав отзывы пассажиров в соцсетях. Уже сейчас обратную связь получают. Горожане рады поездкам в такой новогодней компании. Лучшим экипажам, которые к тому же продемонстрируют неукоснительную вежливость, подарят праздничные сувениры. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.